Болезни системы кровообращения на сегодняшний день остаются одной из самых актуальных проблем, как по заболеваемости, так и по показателям смертности. В 2004 году Всемирная организация здравоохранения даже объявила болезни системы кровообращения эпидемией. Самый печальный итог этих заболеваний – инсульт. Он занимает второе место по смертности среди всех болезней. Для того, чтобы восстановить людей, перенесших инсульт, в нашей области создается целая сеть сосудистых центров. С 2008 года на территории Новосибирской области начата, ну, по моему мнению, грандиозная программа. Это федеральная программа, это национальные проекты по развитию сети сосудистых центров. Цель развития этих центров – это оказание специализированной, так называемой, медицинской помощи пациентам, которые переносят инсульт. По словам главного невролога, самое важное при лечении этого заболевания – чем раньше начато лечение, тем благоприятнее будет исход. Основные причины, которые лежат в основе заболеваемости кровеносной системы – сахарный диабет, повышенное кровеносное давление, избыточная масса тела, нарушение сердечного ритма и множество других патологических состояний. Для того, чтобы оградить себя от этого заболевания, врачи рекомендуют лицам старше 40 лет проходить плановое обследование. Как раз-таки это возраст тогда, когда пациенты и наше население должны обращать внимание на свое здоровье, обращаться к врачам. Для этого существует периодическая диспансеризация для определенного контингента людей, для определенного возраста. В наших медицинских организациях существует так называемое скрининговое обследование. По статистике, на территории Новосибирской области показатели смертности от болезней системы кровообращения в 2020 году составили 640 случаев на 100 тысяч населения. По словам врачей, инсульт с каждым годом молодеет, увеличивается количество людей, получающих инвалидность в связи с перенесенным заболеванием. Поэтому каждый год в Новосибирской области открываются сосудистые центры. В настоящее время, вот на настоящий момент, в нашем регионе функционирует 12 первичных сосудистых отделений и 6 региональных сосудистых центров. Последний центр был открыт в Центральной клинической больнице буквально вот в начале октября месяца. Значит, из 6 региональных сосудистых центров, три центра сейчас полноценно работают на лечение больных с острым нарушением мозгового кровообращения. С каждым годом в центрах увеличивается количество различных методик по лечению и восстановлению пациентов, перенесших инсульт. В том числе улучшается и медицинское оснащение этих центров. Недавно открывшееся учреждение в Центральной клинической больнице было долгожданным и стратегически важным. Он позволит охватить территорию Первомайского и Советского районов города Новосибирска и также районов юго-востока Новосибирской области, наиболее густонаселенных. Это Бердск, это Искитим, Искитимский район, это Черепаново, Маслянина и Сузун. Вот. То есть вот с открытием этого центра, в принципе, вопросы по созданию сети сосудистых центров у нас будут полностью решены. Существующие и открывающиеся центры готовы помочь и помогают людям, которых настигла эта болезнь. Но все-таки, чтобы не оказаться пациентом этих медицинских учреждений, необходимо следить за своим здоровьем, регулярно мерить давление и проходить диспансеризацию. Это не так трудно.